Без жилья, но с ипотекой. Обманутые дольщики Ульяновска отчаялись ждать свои квадратные метры. В штабе «Единой России» состоялась встреча с гражданами и чиновниками. Анна Семенова одна воспитывает двоих детей. Выплачивает 11 тысяч за квартиру в долгострое. Еще 15 Анна отдает за съемную. При этом молодая мама не работает. Повезло, что помогают родственники. Микрорайон Центральный, 19-й дом. Купила двушку за 2 миллиона 110. Вот. Когда должны были уехать? Срок сдачи по ДДУ – декабрь 2019 года, 7 месяцев просрочка. О сроках сдачи будет известно в ноябре, когда подготовится проект бюджета Ульяновской области. Губернатор распорядился о вложении более 150 миллионов рублей в заволжские жилые массивы. Также по поручению главы региона помощь оказывается дольщикам. Соцзащита и мэрия выплачивают средства пострадавшей категории граждан. Для Анны Семеновой, как и для остальных участников долевого строительства, суммы уже подсчитаны. Каждая выплата составляется с учетом индивидуальных потребностей. Вот 26 тысяч уже на подпись у нас свой документ. Это на съем жилья на ближайшие 2 месяца. Мы также предлагаем оказать материальную помощь 30 тысяч на съем жилья ноябрь-декабрь и 5 тысяч на подготовку ребенка к школе. Общая сумма в 60 тысяч рублей поступит на карту Анны в течение 3 недель. На приеме в штабе побывало более десятка пострадавших. По каждой из проблем отчитались сотрудники администрации и соцзащиты. Обсудили также и новые порядки, которые вводятся в этом году. Чтобы застройщики не присвоили выделенные средства на дома, за каждым объектом будет прикреплена группа кураторов. Состав проверяющих, состоящий из депутатов, дольщиков и сотрудников городской администрации, будет следить за порядком. Группа проверяющих также будет контролировать эффективное расходование средств. О создании новой структуры распорядился Сергей Морозов. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости УПРАВДА ТВ.